Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак Норбу. У кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Мы находимся на какой-то вот такой вот штуке, которая когда-то служила, видимо, для связи. Ой! Удачно, удачное начало, ничего не скажу. Прям самое то. Ну да ладно, дубль 2, да, как говорится. Погнали. Так, вязкая жижа пускай лежит. Мне вот интересно, кстати, я вот увидел, получается, в той стороне такие же штуки. А тут, если разбираться, это прям система. Ну да ладно. Мой путь лежит в мегатонну, хотя, может быть, если я что-то тут на пути встречу интересное, то я обязательно загляну. Так, огнемет. Давай возьму, чтобы починить свой. Наверное, мой-то надо починить. Ну да, хоть чуть-чуть. Все. Погнали вниз. Так, тут были. Пропустил. Так, тут у нас что? Начать активацию укороченные брюки. Да, я какие-то взял там эти, ввести. Ошибка, расшифровать. Добавлен макет карты. Это расшифровать. Добавлен макет карты, да, видимо? Ну-ка, давай-ка начать активацию укороченные брюки. Начинаю запуск. Что это такое, я пока не понимаю. Так, психа забрал. Виски забрал. Так, ну-ка еще раз. А что я перегруженный такой? А, серьезно? То есть одна бутылка виски и все? Так, ну грязную воду давай. Да? Ё-моё. Вот это да. Хо-хо-хо. Вот это укороченные брюки. Станция сети катком. Вот еще тут. Ага, оазис нашел. Понятно. Убежище Олни Полни. Офигеть. Станция сети катком. Офигеть. Убежище 87. Почему-то так указано, что я так его и не нашел, хотя я в нем был. Так. Это какая-то интересная загадочка. Тут, ладно, пойдем дальше. Так, а еще смотри, заметки. Так, это все прочитал? Да, это все прочитал. Задание «Американская мечта». Ну, пойдем. Иду в мегатонну, потому что у меня много груза какого-то лишнего. И хотелось бы его хоть маленько как-то скинуть, раскидать там как-то. Естественно, хотелось бы мне еще найти моего пса. Куда делся мой пес, я не знаю. Мы его потеряли на станции Альянса, и я из-за этого очень грущу. Жалко, что вот этого убили, обитателя пустоши. Может быть, он мне как-то пролил бы свет на то, чем они тут занимаются в этой станции. Ну, потому что реально, пока очень интересно, но ничего не понятно. Так, отсутствует, деактивировали, все. Хотя они и так уже тут выключены, ну ладно. Так, тут пустые бутылки. Это какой-то баллон. Здесь были почему-то еще наемники когтей. Так и не понял вообще, как это, что это. Так, Фокс. Так, это вот он валяется, один из дурачков. Так, гранатомет, все в порядке. Пойдем. Так, это мне куда идти? Ага, это мне вот так вот прямо идти. Ну пойдем не спеша. Ой! Что это было? Ловушка какая-то. Ладно. Я так и не понял, куда я эти укороченные брюки направил. И что они взорвали. Но система орбитальная до сих пор работает. Несмотря на то, что в мире случился апокалипсис. И как бы цивилизация рухнула. Системы, которые 200 лет назад были сделаны, они работают. Кто там? Ой, это робомозг, серьезно. И робот-охранник. Неудачник. Да, неудачник, согласен. Полный неудачник. Зато стоит как живой. Смотри, видишь, такой неудачник.
Выглядит красиво. Пойдем дальше. Там еще этот робомозг. Вот и все. Ой, металлолом. Забрал. Так, давай. Съем. Квантовую не буду. О, кстати, вот это надо съесть. Скрытность увеличена на 2. Отлично. Пакет крови тоже бесполезный заберу. Они весят много. Нифига ты его ушатал. Молодец. Так, металлолом, батареи, все забрал. Металлолома опять много понабрал. Дед будет рад, думаю. Так, тут очередные плакаты. С радужными ребятами. Ой, Дутень, да здорово, ты чё? Я у Гаи, Дутень, во сколько тут? Ой, мужики! Есть один. Так, один убегает, и пускай бы убегал. Ага, они там махаются. Ну-ка, кто кого? Ай, там скорпионов много, ясно. Два скорпиона ухатакали одного этого, Яугая. Да идем, идем. Так, Дудин, ты чё? Хе-хе-хе. Прикольно, так его сбили. Мясо Дудня. Все, идем. Идем не спеша, по возможности на всех их не агримся, просто идем, да и все. Мы спокойные два друга. Ух ты. А что это такое? Да, смотри, это что-то прямо интересно. Станция ретро. Ну да, да, да. Я тут еще не ходил, я тут много чего не знаю. Идет, бежит, ты смотри, какой мудила. Не, подожди, возврат. Давай в голову. Вот и все. Лапа, как тебя смерти, нафиг. Тихо. Попал. Так. Чё б такое взять? Ну давай смотри. У меня уже взлом и наука до соточки прокачаны. Какое следующее? Я думаю, что либо медицину до соточки, либо ремонт. Мне добро пожаловать в 22, сколько у меня? 20 очков, да? Давай, я не знаю, давай ремонт. В ремонт все вкачаю. Далее. И тут, по-моему, есть где-то еще способность приз, которая тоже мне дает какие-то... Да, приз. После этого выбрать четвертый призовой навык, сразу же поднимем его на 15 очков. Давай. Давай еще смотри. Так, так, так. Что бы возьмем? 15, говорите. Вот энергооружие, давай его. Бартер. Тяжелое. Кстати, тяжелое бы тоже бы хорошо бы выбрать. Огнеметом, потому что пользуюсь. Ну нет, давай, наверное. Давай, наверное. Не, давай, короче, энергооружие, все, готово. Все, красавцы. Идем дальше. Смотри, какая интересная локация. Какие-то эти стоят. Антенны или тарелки, или что это. Сейчас увидим, подойдем. Ух ты, какая-то церковь. Так, сохраниться надо, а то вдруг меня кто-нибудь прибьет, какой-нибудь сумасшедший дурачок. Какую-нибудь ловушку попаду еще. Мы нашли церковь. Кто тут? Церковь Дикерсона какого-то. Кто здесь? А кто это там был? Винтовка резервиста. Серьезно? А что за резервист-то был? О, ё-моё! Этих когтей тут вообще просто много. Мама, не горюй. Ой, как подлетел-то.
Да дураки, потому что они. Так, тут у них что такое? Патроны, пистолеты и пули, патроны. Это все скрывает. Патроны забрал. Так, сейчас я это книжку прочитаю. Легкое оружие увеличено на 2. Отлично. Так, тут у них кто? Патроны. Патроны. Кстати, дробовик, по-моему, мне надо починить. Насколько я помню. Оружие. Так, дробовичок. А, вот у меня их сколько здесь. Серьезно. А, ну вот, кстати, вес маленько сбагрили. Оказывается, дробовиков-то у меня было много. Так, что за винтовка резервиста? А чем стреляет оно? Ну это снайперка, обычная снайперка, да? Хотя нет. Типа показывает она какая-то... Урон 26. Ну вроде неплохой урон, хотя... Какая-то она без... Ух ты, бутылочные крышки. Так, ну что еще осталось? Я вот там дурак какой-то был. Как к нему попасть-то? Собственно говоря, его и у Хайдока он наш друг Фокс. Но где его Трубчанский, я не знаю. Где-то там он был. Ну и шутка, говорится, с ним. Так, тихо, Фокс. Так, кто такой идет? А, это робот-шпион. Так, оружие. Магнум. Пистолет-пулемет. Давай, кстати, пистолет-пулемет возьмем. А то я что-то такой жирный с энергооружием хожу, где деловой. Так, маленько сбился с маршрута. Так, это церковь Дикерсона, ясно. Вот это что такое, не знаю. Оно такое большое тут. В принципе, если что, можно будет потом с церкви сюда сходить. У меня просто сейчас все перегружено. Если куда-то идти, то и что-то новое находить, то веса просто не хватит потом унести оттуда. А так интересно. Сколько тут еще открытий? Все, Хайдоков. Молодец. Так, что это такое? Какой-то комплекс, я бы сказал. Там врагов много. А, так это муравьи. Так, гигантский муравей, сюда иди. Все, голова отошла. Неудачник. Да, самое то. Неудачник. Интересный какой-то комплекс здесь. Как он тут называется? Станция вещания ВКМЛ. Что такое, не знаю. Может быть, зайдем глянем? Ну, просто ради интереса. А, тут маленькое помещение такое, серьезно. Патроны. Патроны. Так, пепельница, мусор. Кружки. Кружки, кстати, чистые. За столько лет кружки чистые стоят. Прикольно. Так, и все, что ли? Здесь больше ничего нет? Серьезно? Да не может быть. Кива Браво сигнал обнаружен. Ну-ка. Так. А что-то не ловит нифига. Срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Но мы-то не... Всем, кто меня слышит, мое имя Вернер. Я из поселения на севере. У меня есть очень ценные сведения для любого, кто поможет освободить мой народ. Пожалуйста, помогите нам. Ну, как бы да. Так, маленькая испорченная книга. Я хотел сказать, что мы-то как бы не личный состав изгоев, поэтому что нам им на помощь бежать? Их не хотим. Так, тут что-то радиация зашкаливает.
Хыть. Вот так вот всю ночь проходили, и уже вот рассвет встречаем, пожалуйста. Но я потерял пса. Так, карта мира. Сейчас, получается, здесь так пройдем, и дальше уже можно будет быстрым переходом дойти. Тут-то мы везде ходили. Станция Сенека, северо-запад. Кстати, туда и идем. Не понял я. Кто это был такой? А, это рейдеры, бесполезные дураки. Так, патроны, скотч, виски, все. Так, этот с дубинкой. Ну ты что, не попадаешь-то в него? Все, вылетел. Так, бутылочная крышка забралась. Так, и этот тоже, смотри-ка, отдохнуть уже прилег. Чего этим рейдерам не хватает? Чего им не живется? Я не знаю. Так, смотри-ка, еще какие-то развалины. Тянут на полноценную локацию. Так, станция Сенека. По-моему, сахарные бобы надо было принести этим нарколыгам гулям. Сейчас проверим. Бывший район особняков. Это район особняков. Ну, здорово. Ой, друг. Не, ну тебя-то такими потрошками не возьмешь, да, я понял. Блин, еще у меня оружие, еще у меня... Так, лазерный пистолет. Может, гранатометом тебя мочкануть? Помощь, кстати. Руку мне почини. Так, тихо, стой. Стоять. На тебе. А чё в гу... А. Но! Красиво. Все, добил. Так, там какой-то... Ой, там... Тихо там. Столько вообще прибежало. Ну, возьмем дробовик. Не, пистолет-пулемет. Ой, сейчас меня убьют. Так, помощь. Кексы забрал. Мясо яугая, мясо дутня. Ну и стимуляторы еще. Фух. Че ты сказал? Но район особняков опасный. Так, металлолом, гранатомет, все забрал. Так, тут у меня ничего. Так, все, это мы добили. Так, оружие. Давай дробовик возьму. Дробовик, конечно, ломается. Вот прям быстро так ломается от всех этих стрельбух. Что, ай-яй-яй. Кстати, прикольно, тут мне нравятся эти бывшие лэпы сделаны. Ой, друг, смотри, супермутант, бестия. Красавец. Здорово. Нафига себе этот фолк-снайпер. Выкашивает только так. Так. Долго еще? Нет, недолго. Ну все, это уже фактически наши родные локации. Мы тут ходили, бродили. Там, смотри, мост сломанный, упал. Да, тут уже эстакада рухнула. Да. Зенит, солнце в зените, я так понимаю, красиво. Да, вон вот этот вот, как он, грузовик, мы до него доходили однажды. Я, по-моему, узнаю это место. Да, станция Сенека, точно, были мы тут. Смотрел на этот, я
плакат на эту рекламную конструкцию. Вот, кстати, тоже прикольно эти рекламщики строят на века, как говорится. Ядерный апокалипсис случился, все. И вот смотри-ка, реклама, все стоят, работают. Все у людей хорошо. Поезда рухнувшие. Так, ну пойдем попробуем к нарколыгам зайти. Да, по-моему, они тут в Сенеке сидят. Я вот не помню, то ли им сахарные бомбы, то ли что им там надо было приносить. Сейчас сходим, узнаем. Так, смотри-ка, враги. Тихо. Кто тут из врагов у нас? Кто-то бегает за мной. Кто тут? А, они вон, наверху сидят. Ну и хрен с ними. Как к ним туда попасть-то? Вот так вот обойти. Давай, кстати, их убьем. Они в прошлый раз тоже меня там, помню, стреляли. А мне этого прям вообще не понравилось. Пойдем, Фукс. Зададим им, так сказать, жару. Это, кстати, анклавщики, понятно. Ой-ой, привет, мужики. Так, вот это что-то плохо. Надо собачье мясо, во-первых, стимулятор. А то вдруг убьют. Так, и что-то надо взять такое, чтобы прямо жахнуло. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, что-то 3% всего. Тихо. Что прям вообще как-то печально все. Иди сюда свою головешку подставлять. На. Вау. Так, ну ты там офигел, нет, своим гранатометом стрелять. Молодец, он так стрельнул. Сам себя, да? Ай. Ой, дурак. Ой, дурачки. Так, смотри-ка у них тут. Ну, хоть не зря к ним сюда пришел. Импульсная мина, потом с картечью. Так, ты чё? Микроядерная батарея, силовая броня, ну это прям скучно. Ты с чем был? Батарея, броня, ТС. Вот это повеселее уже. Шлем ТС, ну все. Так, а этот их офицер, что там был с чем? Плазменная граната. Плазменный пистолет. Все, все забрал. Все. Молодцы. Мы видели, когда были на базе. Ну ты такой оптимист вообще, Фокс. Мы видели, когда были на их базе вот эти переносные их полевые лагеря, которые они везде делают. В принципе, как бы мне понравилась их организация. Только не понял, почему они как бы, ну... Злятся на всех. Так, метро, давай сюда. Так, здесь где-то эти нарколыги сидят. Обитатель пустоши, вот. Хорош. Ну, что там у тебя? Так. Вот все сахарные бомбочки, что удалось найти. Отлично. Ультравинт движется отлично. Ну, что там у тебя? А чё денег-то не дал? Так. Что за дело с этим Барреттом? Он мой ассистент и охранник. Если придется не сладко. Я бы на твоем месте его не задирал. Да, так, тебе доводилось слышать про семью? Конечно. Я их не трогаю, они меня не трогают. В общем, хорошие отношения. Они живут где-то на восток отсюда. Если тебе жить надоело, я думаю, можно пройти под землей к их логову. Вот дальше оно что. На станции метро. А, вот это что. Так, я могу купить ультравин? Да. Когда принесешь еще сахарных бомб? Так, ну ладно, мне пройти. Ага. Давай вперед. Так, подожди, а что ты у меня не купил-то их? Сахарные бомбы, вот как они у меня были, так. А, удалено. 108, отлично. Отлично.
То есть, смотри-ка, оказывается, эту, чтобы семью найти, надо пройти здесь. Дальше, говорит, по метро. Я, по-моему, уже там дальше-то не ходил, так что пойдемте, может быть, выполним эту старую миссию мою. Где оно тут? Узы крови, во. Пойдем. И смотри, появился, действительно, этот появился указатель. Здорово. Неожиданно. Так, здесь пусто. Так, это не сюда. А я тогда, получается, когда в первый-то раз их пошел сюда выполнять, я, видимо, не заметил этого указателя, или что случилось. А, это дальше, туда, от них, вон оно что. Ну, здорово. А, вот это как. Так, тихо. Все в радиацию тут. Пусто. Грибы какие-то растут. О, ё-моё! Молодец. Да, мне нравятся твои эти речи. Кто следующий? Ну, мы как спецназ по пещерам лезем. Узкая колейка, смотри-ка. Так, болотник. Я тут был, что ли? Нет, не был. Тихо. Ой-ой-ой. Аккуратно, Фокс. Тут они не мины разбросали. Как классно, что я взял эту способность, которая позволяет мне не дотыкаться на эти мины. Это прям вот вообще классно. Потому что если бы не эта способность, я бы тут заколебался бегать. Так, проверим, что там. Ну так, ради интереса. Туда тоже, кстати, можно идти, смотри-ка. И прямо идем. Что это? Так, обезвредить. Смотри-ка. Так, это закрыто. Сенсорный модуль не интересует. Так, это куда? А, так, это куда-то выйти, понято. Это на столичную пустошь нас выведет. Но мы идем не тут, не сюда. То есть, можно было и там зайти, понятно. Так, здесь. Ё-моё! Вот это страшно было. Блин, я реально подобосрался сейчас. Страшная ловушка. Так, Фокс, ты чё, все капканы, что ли, задеваешь? Ну ты даёшь. Ай! Так, тут свинцовая труба. И тоже столичная пустошь. Ну понятно, это бесполезные проходы, но я должен был их проверить, иначе бы я бы не успокоился. Как-то так. Так, тут ничего нет. То мало ли, мы что-то приныкали. Не, надо же здорово напролся на эту миссию, самую первую еще, которую, по-моему, в начале игры, блин, ее взял. Неужели я ее сейчас сегодня выполню? Так, это кто? Так, обезвредить. Ух ты, смотри-ка. Дробовичок положили сюда. Так, дробовик. Починился. По голове получил такой, да, такой. Стоит теперь. Так, это кто такой? Эй, эй, потише там. Сюда вход запрещен, всем, кроме семьи. Куда ты прешься, черт подери? Так, красноречие. Так, ну вот про письмо в полицию не будем, давай красноречие применим. Какая мне разница, чего тебе надо? Сюда посторонним нельзя и точка. Так. Я просто хожу, смотрю, прости.
Ну так смотри в другом месте. Сюда вход на посмотреть воспрещен. А почему? Так, найти Ивена Веста, выполнил. Ну-ка еще раз. Да? Что тебе на этот раз? Так, смотри. У меня письмо для Ивена Веста, от его сестры. А, новый малыш. Да, Венс говорил, что к нам скоро кто-то пожалует. Можешь войти, но на твоем месте я бы сперва поговорил с Венсом. Он обычно в мезонине. Так, а что это за место? Это чудесная дырка в земле Мерешти, штаб-квартира семьи. А расскажи мне о семье. Мы крутая банда, и плевать мы на всех хотели. Еще мы не любим любопытных придурков, которые лазят вокруг и задают слишком много тупых вопросов. Ты на мою экипировку посмотри, дурачок. Только помни, что я слежу за тобой. Все мы следим. Эх, забыл добавить ничтожество. Смотри-ка. Надо же, какие они тут крутые. Очень надеюсь, что ты не собираешься это взламывать. Да, надейся, надейся. Так, а куда идти-то? Это ваш предбанник такой. Интерком. Так, где все-то? Крутая банда, никаких не указателей нету, ничего. Куда идти-то? А вон они. Они тут изолировали, получается, станцию метро. Да ладно тебе, какая опасность, каких-то три придурка сидят. Как тебе живется? Все просто отлично. Первый этап обучения закончен, и Венс меня очень хвалил. Вроде бы у меня наконец все стало получаться. Ура! Давай. Так, сейчас, подожди-ка я. Где этот офицерский меч того? Давайте устроим праздник, потому что малыш Алан научился вести себя не только как животное. Ура! Чертов придурок. Ну, как дела? Просто прелестно. По-моему, этот новенький просто лапочка. Никогда еще тут таких молоденьких не было. Я попозже буду у себя в магазине. Найди меня в зале собрания. Кстати, вчера было просто классно. Спасибо за компанию. Пока-пока. То есть никого... У тебя есть бабло? У меня есть время? То есть никого не смущает, да, что я пришел с мутантом? Привет, малышка. Так, ты кто такой? Так-так. Давненько у меня не было клиентов. Последний был немножко... жестковат. Ну, ты понимаешь. Так. Что у тебя на продажу? Возвращайся, когда я буду в магазине. И лучше приходи с крышками. Нечего тут глазеть. Так, а что за место? Это мое заведение. Если хочешь что-то купить, покупай. Если хочешь стоять и губами шлепать, проваливай. А ты определись, я у тебя купить хотел. Ты говоришь, расскажи мне о семье. Тебе ни за что на свете не хочется с нами ссориться. Уж поверь. Ой, да ладно, пафосные такие, вообще не могу. Так, я еще Ивана Веста, вы его видели? Я тебе нянька, что ли? Понятия не имею, где он. Да и если бы знал, тебе бы все равно не сказал. Ой, вообще ты корол какой-то. Ну-ка давай силу применим. Я тебе после станции буду гонять, если ты мне не поможешь. Наконец-то. Хоть кто-то в этой дыре яйца отрастил. Вот тебе пароль от комнаты этого фраера. Давай, вколоти в него немного мозгов, ладно? Так, добавлена заметка Мерешти, пароль к защищенной зоне. Ты можешь мне рассказать что-нибудь еще об этом Иване Весте? Иен. И это все, что ты можешь сказать? Фу. Понятно. Катись колбаской. Короче, какой-то странный тип, так ты? Так. Странно, что ты меня не знаешь. Я Бриана. Я забочусь тут о мужчинах. Ну, по крайней мере, о неженатых. Молодец. Так, я еще и Иена Веста. Вы видели его? Сейчас Венс оставил его медитировать. Никто не должен его беспокоить. Бедное дитя. Кажется, друг ему не помешает. Так, давай-ка применим. Ну, мы способность себе поменяем. Давай. Расскажи, как мне найти Иена, и, может быть, мы поговорим наедине. О боже, как соблазнительно. Если получится совсем хорошо, может, я тебе заплачу. Вот что я тебе скажу, красавчик.
Давай я дам тебе пароль от комнаты Иэна. Может, ты с ним поговоришь, и ему станет лучше. Так, а что ты еще можешь рассказать мне об этом вести? Нет, говорю тебе. Вэн составил его медитировать. Никто не должен его беспокоить. Так, расскажи мне о семье. Да мы самая крутая банда в этой части штатов. Пока мы не нарушаем законов Вэнса и во всем его слушаем, он позволяет нам делать все, что угодно. Так, а что за место? Последнее место, где я собиралась оказаться. В смысле, посмотри вокруг. Тут так темно и грязно. Что здешнему народу точно нужно, так это женская рука. Но не говори Вэнсу, что я так сказала. Ладно. Пока, пупсик. Смотри, получается, тут у меня было задание, типа, получить... Ты тут тоже недавно? Пароль, да, как-то. Но я получил, получается, и от этой Брианы, и от Карла. Ну-ка, а ты кто? Думаю, мы еще не встречались. Меня зовут Алан. Что тебе нужно? Так, ну давай, Веста. У меня тут нет никакой власти. Я тут сам новичок. Джастин пытался поговорить с Иэном, чтобы тому стало лучше. Может, тебе стоит с ним пообщаться? Ладно, давай, пора. Ну что ж, увидимся! Так, это кто такой? Вэнс, кстати, пришел. Привет, чужак. Мне бы хотелось с тобой поговорить. Конечно. А мы... По-моему, нас толком не представили. Я Холли, жена Вэнса. Так, ну, Вэнс вон уже стоит. А, Веста. Боюсь, Вэнс держит его в изоляции. Я даже не подумаю нарушить приказ Вэнса. Он хороший мальчик. Думаю, скоро Вэнс наставит его на праведный путь, как наставил нас всех. Так, прости, но мне кажется, ему будет с настоящей семьей. Ты просто не понимаешь. Мы и есть настоящая семья. Тебе ясно? Так, а что еще можешь о нем рассказать? Я же говорю, он в изоляции. Он занят медитацией и самопознанием. Так это секта, что ли? Так, а семья что такое? Эту группу мой муж собрал не так уж давно. Он пытался избавить их от жизни, полной невзгод и насмешек. Теперь к нам стекаются люди со всех пустошей, чтобы стать частью семьи. Вы бывшие неудачники, что ли? Приятно было с тобой поболтать. По-моему, тебе стоит поменьше флиртовать. Это очень отвлекает мужчин, когда они пытаются привыкнуть к здешней жизни. Какая у тебя крутой меч. Никак. Прикажете в этой мрачной дыре поднимать настроение. Мне не кажется. Добро пожаловать в наш дом. Мои люди зовут меня Вэнс. Я веду этих усталых путников и изгоев, которым нужен дом. И чему я обязан удовольствием тебя лицезреть. Так. Кажется, мне удалось открыть первую в мире нелегальную психбольницу. Так, что это за место, давай спросим. То, что ты видишь, последний бастион надежды для брошенных и непонятых. Это убежище для униженных и путеводная звезда для угнетенных. Так, ну давай, Вэнсу продолжай, давай. Мы – отбросы общества, выброшенные на помойку, как кости со стола охотника. Я провел свою паству по выжженным солнцем пустошам, чтобы сберечь их и обучить моим законам. Люди науки назвали бы нас людоедами, пожирателями человеческой плоти. Общество клеймит нас монстрами, демонами, нечестивцами. Да. Так, давай попробуем еще красноречие. В этом разговоре нет необходимости. Я знаю, кто мы на самом деле. Ты меня удивляешь. Никогда не встречал настолько проницательного человека. Ну, а то. Тогда скажи мне, кто мы? Так. Вы вампиры, или, по крайней мере, следуете их вымышленным обычаям. А, вот почему клыки были обнаружены, да? Ну-ка, давай-ка вампира выберем. Полагаешь, я верю, что могу обернуться летучей мышью и улететь? Конечно, нет. Отражаюсь ли я в зеркале? Несомненно. А теперь спроси, верю ли я в то, что этим личностям со всех уголков пустоши необходима цель в жизни и самоидентификация?
Я научил этих людей жить, как живут вампиры. Я дал им приют, организацию и чувство семьи. Так, ты заставляешь их поверить в то, что они мифические создания? Теперь ты разочаровываешь меня. Перед тем, как судить, тебе стоит отвлечься от предубеждений и немного подумать. Я поборол их голод. Теперь они не едят плоть, но пьют кровь. И что самое важное, у них есть семья. Место, где их особенность понимают и принимают. Так, я ищу человека по имени Ирион Вест. Ах, да, мой новый подопечный. Что тебе от него понадобилось? Так, ну смотри. По-моему, если я скажу про сестру, он сразу начнет... Так, и он здесь не место, у него есть семья, которая тоскует по нему. Мы его семья. А если бы он ушел, откуда тебе знать? Может, он будет так же тосковать о нас? В жизни Иэна настал судьбоносный момент. Все, что случилось в Арефу, его напугало и смутило. Было бы крайне неблагоразумным с моей стороны пустить тебя к нему, когда он решает, что хочет делать дальше. Так. Постой-ка, а что с ним случилось? Иэном овладел голод. Он заставил его убить своих родителей. Лишь мое вмешательство той ночью заставило его удержаться на краю и не превратиться в бездумного пожирателя плоти. Так, ты хочешь сказать мне, что Иэн людоед? Я пытаюсь сказать тебе, что больше его так никто не назовет. Он стал одним из нас, членом семьи. Голод, который нас обуревает, необходимо контролировать. Этому научить сложнее всего. Иэн потерял контроль, потому что рядом не было никого, кто мог бы помочь ему. Его собственная семья стала ему чужой. Ну давай попробуем это красноречие применить. Это письмо все, что осталось у Иэна от прошлой жизни. Позволь мне отдать его ему. Твои слова впечатлили меня, человек. Возможно, при нашей первой встрече я ошибся с оценкой. Если хочешь поговорить с Иэном, пожалуйста. Вот код от помещения, где он медитирует. Плевать на правила, ну смотрите, прикольно. То есть получается, если бы я пришел бы сюда бы еще в самом начале, у меня не было красноречия, и я бы тут бы нарушил бы их правила и стал бы вламываться в его комнату, где он медитирует. А так, получается, я на законных основаниях, во-первых, двумя путями получил этот код, а во-вторых, получил у самого главного. И в принципе, ну да, как бы он там фанатик какой-то, всякую чушь делает, но он мне разрешил пройти. Он не стал акриться, он не стал меня там, это, типа, пожалуйста, иди. То есть он в себе уверенный чувак. Неплохо. Так, это, видимо, у них торгаш тут. Так, это там металлолома, что ли, столько? Да, много. То есть, в принципе, я думаю, у них все тут намного хуже. А этот взял такой, типа, да проходи. Я тебя раньше здесь не видел. Так, Джастин. Я думал, что знаю всех в семье, но тебя я не узнаю. Должно быть, ты из новых послушников Венса. Меня зовут Джастин, я сам тут почти что новенький. Так, ладно, мне пора. Я понимаю, прощай. Пока у них у всех тут стандартные разговоры. Так, а где этот дурачок сидит? Наверху? Пойдем. Где-то тут он там. Медитатор этот. Терминал Венса. Холодильник. Ну, тут красиво, смотри, все обустроено-то. Прям такие... Удивительно, что люди доверяют тебе настолько, что не нападают на меня. Ну да, согласен, прям удивительно. Так. А мы пароль взяли. Здорово, медитатор.
Давай-ка сохранюсь-ка я, а то мало ли. А чего ты хочешь? Так, я ищу тебя. Наверное, мне не стоит удивляться. Уверен, Эван Кинг сейчас вне себя от злости. Спорим, он весь город поднял, чтобы меня найти. Он еще хуже, чем мои родители. Это да. Так. Прости, Эван, но твои родители погибли. Думаешь, я не знаю? Думаешь, я не знаю, что натворил? Я знаю, что ты натворил. Вэнс мне все рассказал. Тогда ты, наверное, думаешь, что я какое-то чудовище. Так, ну послушай, мне тоже знакомо чувство потери. Я знаю, это больно. Но если оставаться здесь, ничего не изменится. Что-то внутри меня. Что-то вывернуто наизнанку. Я мутант. Урод. Единственный человек, с которым я мог говорить, это была моя сестра Люси. А она пропала. Да не пропала она. Никому до меня нет дела, кроме Венса и семьи. Неужели ты не понимаешь? Ну-ка, давай красноречие применим. Пошли домой, Вен. Единственный способ увидеть твой кошелек... А нет, давай-ка все-таки письмо ему отдадим. Так, почти это письмо, Вен. Оно от Люси. Наверняка ты передумаешь. Она... Она действительно скучает по дому и много спрашивает обо мне. Наверное, я все неправильно понял. Не надо было мне приходить сюда. Наверняка Люси так же больно, как и мне. Скажи, пожалуйста, Венсу, что я принял решение. Я возвращаюсь домой, в Арефу. Надеюсь, там мы и увидимся. Я соберу вещи, попрощаюсь с этим местом и пойду домой. Так, запечатанный конверт Люси удалено. Выполнено. Поговорить с Венсом о решении Иэна. Выполнено. Найти Иэна Веста. Здорово. Так, это жена Холли. И снова здорово. Здорово. Ну, сейчас посмотрим на степень их адекватности. Если они действительно адекватные, то все будет хорошо сейчас. Так, F5-очка. Ну-ка. Видимо, твой разговор с молодым Иэном прошел удачно. Мне очень интересно, чем закончилась ваша дискуссия. Он принял решение? Так. Так, перед тем, как поговорить об Иэне, нам нужно обсудить судьбу Арефу. Пока ты соблюдаешь должную вежливость, пожалуйста, продолжай. Так, медицина. Вампиры могут пить любую человеческую кровь, даже донорскую. Медицина. Я думаю, что донорская кровь самое то, что вам надо. Интеллект. Наверняка должен быть какой-то другой источник крови. Как мне убедить вас прекратить питаться жителями Арефу? Дайте людям шанс, они беззащитны, они выберут чем другое. Так, вот эти два варианта, я не знаю, чем они разные, и интеллект. А интеллект другой источник крови, это интересно что. Ну, давай интеллект применим. Типа там, наверняка должен быть другой источник крови. Много лет тому назад... Я выжил, питаясь свежими пакетами донорской крови. Понятно, откуда у тебя травма такая. В развалинах больницы. Тут только одна проблема. В наши дни донорскую кровь крайне сложно найти. Что ты предлагаешь? Так, смотри. Интересный вариант. Так, смотри, первый. Жители Арефу дадут вам донорскую кровь, а вы оставите город в покое. Жители Арефу дадут вам донорскую кровь, а взамен будете их защищать. Жители продавать вам донорскую кровь, вы оставите город продавать, защищать. А почему я от... имени Арефу-то говорю, я вот понять не могу. Пускай бы они сами и решили, чего они хотят. Ну давай второй вариант. Защита. По рукам. Пожалуйста, передай это предложение в Арефу. Поговори с ними и передай мне их решение. Спасибо. Ты даешь мне веру в то, что таким, как ты, все-таки можно доверять.
Это урок, которого я не забуду. А что думает Иэн? Скажи, что он решил. Так, не знаю, правильно ли будет, если ты узнаешь об этом от меня. Если ты боишься мести от семьи из-за его решения, знай, что я бы никогда не обвинил в нем тебя. И раз уж Иэн уполномочил тебя говорить от своего имени, для меня его доверия достаточно, чтобы верить твоим словам. Так, я решил покинуть семью. Сердце мое скорбит от потери одного из чад моих, но каждый должен идти своим путем. Все, чего я хотел, это наставлять его. Теперь, судя по всему, эта ответственность легла на твои плечи. Надеюсь, ты в этом больше преуспеешь. Пожалуйста, возьми это. Считай это наградой за все тяготы, выпавшие тебе на пути сюда. Прощай, человек. Наше общение оказалось весьма поучительным. Схема шишки баб добавлена. Добавлена схема шишки баб. Прикольно. Вернуться к Эвану Кингу, понятно. Не, ну да, они какие-то неадекватные, но в принципе-то они более так это адекватнее, чем некоторые вроде бы адекватные. Так, мерещи, так, и схема шишки баш. Так, на верстаке, так, бензобак от мотоцикла, запальник, лезвие газоносилки, ручной турбос от мотоцикла. Воспоминание, в ближнем бою ваш шишкебаб будет резать и жечь противника одновременно, нифига себе. Ты так и будешь весь день пялиться или что-нибудь купишь? Давай, чтобы честно продажу. Если крышек хватит, покупай все, что приглянется. Куда лучше, чем стоять и пускать слюнки на товар. Так, давай посмотрим, что продать-то. Так, пиво продам. Виски. Вроде все. Лапа когтей смерти тоже понапродаю. Петарда. Планшет зачем-то взял. Скороварка. Скороварка пускай будет. Все. Большая бутылка виски еще. Так, вроде все, принять. Все, пока. Спасибо. Да. Катись колбаской. Да, прям они все такие тут вежливые, такие прям куда деваться. Тыры-пыры, посвяти же, все такие, все дела. Интересные ребята. Так, как я к ним пришел-то? Отсюда. Ну интересно, будет ли этот Эван Кинг вообще доволен такими делами или нет? Так, карта мира. Арефу. Ну пойдем в Арефу сходим. Так, не сюды. Ага, сюды. А, это опять ты. Чем дело? Да, все, я почесал. Ловушки, правда, тут все разобрал, ну ладно. Не, ну в принципе, этот Венс. Ой, или Векс, как его там, этот глава. Обустроил тут станцию метро, очистил ее от всяких тут мутантов. Весьма такую базу, причем такая запутанная, у них проход тут в эту базу. Как бы в принципе. Ну, тебе понятно, откуда у него эта дилемма с кровью, вся эта фигня. Оказывается, выжил, питаясь кровью. Собственно говоря, поэтому так и случилось с ним. Так. Давай, наверное, по Бырику сейчас до Арефу сбегаем. Автосохранение. Тихо, опа, чуть не застрял. Здорово. Вот он, герой дня. Так, все сделано, Эван. Семья больше не потревожит Арефу. Да, ваша проблема решена. Я знаю, я говорил с Иэном. Он рассказал мне, чем он тебе обязан. Не знаю, как тебе это удалось, но я чертовски рад, что судьба занесла тебя к нам. Еще раз спасибо, малыш. Тебя всегда будут рады видеть здесь, случись тебе оказаться в этой части пустоши. Так, вы получили карму. Задание завершено, узы крови. Так, у меня к тебе предложение от Венса, главы семьи. Интересно.
Кажется, они хотят заключить соглашение. Думаю, это лучше, чем весь день тыкать ружьем в молоко, а всю ночь прятаться в доме. Ну да. Передай Венсу, что мы согласны. Давайте так и сделаем. Я поговорю с остальными, но уверен, что они со мной согласятся. Так, предложение Венсу удалено. Так, я с благодарностью приму любую помощь. Я кое-что отложил на случай, если дела в Арифе пойдут совсем отвратительно. Бери все, что понравится. Скотч и виски добавлены. Мне пора. Возвращайся поскорее. У меня для тебя кое-что найдется. Ясненько. То есть, получается, обратно, да, надо будет потом к этому депо Моридши, к Венсу сбегать и передать ему слова этого Эвана Кинга. А этот друг уже все, пришел, да, домой? Дом Вестов, а это дом Эвана Кинга. А это Эван Кинг, подожди, а это ты? Или это не ты? Где этот жил? Пацан-то этот. В доме Вестов он жил? Ну-ка, сейчас зайдем. Я так и знал, что надолго ты не уйдешь. Спасибо, что наставили меня на путь истинный. Так. Как у вас дела идут теперь? Как-то дико жить в родительском доме, когда их нет. Но я стараюсь. Все так добры ко мне, несмотря на то, что случилось. Так что, думаю, все наладится. Спасибо. Так. Можно тебя спросить об этом странном чувстве голода? Почему бы и нет? Так. Когда в первый раз этот голод пришел в тебе? Мне было лет 10, и мы с Люси играли на берегу. Нам нравилось кидать камни в воду. Мы увидели какого-то человека с пустошей. Он пытался открыть загон для браминов и украсть их. Ну, я побежал к нему с криком «Стой!». Он засмеялся и меня оттолкнул. Я упал, и внезапно голова у меня заболела, и в глазах помутилось. Я как будто потерял сознание. Следующее, что я помню, это как Люся оттаскивает меня от того парня. Я разорвал ему горло зубами. Да, и что сказала Люся, увидев, как ты обошелся с этим грабителем с пустоши? Она сказала, что я как будто стал другим. И даже уставился на нее и вскинул руку, точно был готов ее убить. Грабитель замахнулся на меня какой-то дубинкой. Я развернулся и прыгнул на него и разорвал ему горло зубами. Если бы он на меня не набросился, может, я убил бы и Люси. Не знаю. А родителям ты об этом не говорил? Люси сказала, мама с папой никогда этого не поймут. Она велела мне никому ничего не рассказывать и пообещала помочь. Благодаря Люсе ничего подобного не повторялось много лет. Всякий раз, когда я чувствовал голод, она вцеплялась в меня и не отпускала. Через некоторое время голод проходил, пока однажды... Ну вот. Да. Ты сильно веришь в вампиров? Даже и не знаю. Честно, не знаю. Я ведь не полный идиот. Я знаю, что это сказки. Но, может, Венс и прав, и вампиры были такими же, как мы, только научились держать свой голод в узде и пили только кровь. В конце концов, вампиров ведь боятся и считают чудовищами, но на них не охотятся, как на людоедов. Так что все логично. Ладно, давай. Ага, конечно. Так, я знаю, что это неприятно, но давай поговорим о том, что случилось с Варефом. Вообще-то мне даже легче, когда я говорю об этом. Давай. Так. Откуда Венс узнал, что ты из их числа? Вот это и странно. У него как будто шестое чувство или что-то вроде. Может, у нас у всех так? Когда семья приняла меня, у меня впервые в жизни появился настоящий дом. Как будто эти люди и впрямь мои братья и сестры. Почему ты? Что заставило тебя так поступить с твоими родителями? Я бы и сам хотел знать, честное слово. Но я вообще ничего не помню. Когда голод берет верх, то сознание как будто схлопывается, и что-то другое берет верх надо мной. Я вижу, что происходит, но даже зажмуриться не могу. Я даже толком не помню, что там было до того момента, пока Венс не вышиб дверь. Так, а как ты покинул Арфу? Не помню, сколько я просидел над телами родителей. Кажется, целую вечность. Мне хотелось есть. Есть их плоть, но что-то все еще удерживало меня. Затем вдруг снаружи послышались крики, и в дверь начали колотить. Я открыл, и там стоял Венс. Казалось, он точно знал, что я чувствую. Он взял меня за руку, и мы ушли. Я не оборачивался. Так, на стене осталась метка семьи. Что это значит? Венс мне потом сказал, что он взял на себя ответственность за меня и в то же время дал семье разрешение питаться.
Поскольку мои родители уже были мертвы, они выпили их кровь и оставили свой знак на стене. Он не хотел, чтобы Эван меня заподозрил. Правда, они и без того собирались охотиться в городе. Как будто Венс заранее знал, что случится. Да. Ага, конечно. Так, мне пора. Вроде неплохо. Ты как-нибудь заходи меня навестить. Хорошо. Да, вот такие вот чудеса творятся. Так, Эван Кинг ходит. Эй, как дела? Так, ну-ка. Прости, колодец пересох. Ладно, пора. Возвращайся поскорее. У меня для тебя кое-что найдется. Ё-моё, вот это бочки летают. Так, смотри, получается, что теперь? Задание-то я выполнил, да? Да, задание выполнил. Давайте, наверное, здесь я в Арафу и закончу свои сегодня приключения. Здесь нужно проявить осторожность. Да-да-да, согласен с тобой. Вот, глядя на эти милые пустоши, со следующей серии, наверное, надо будет до сестры его дойти в Мегатоне и до этого еще Венса сходить, может быть, передать сообщение жителей Арафу. Вот это я маленько не понял. Но миссии уже никакой нет, вроде уже все выполнено, все сделано. Вот так вот неожиданно сегодня выполнил миссию, которая была еще в самого начала игры. Так что как-то так. Все, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайк, буду очень благодарен и рад. Комментируйте. С вами был Чердак Норбу и до скорых встреч. Пока-пока.